Здравствуйте, меня зовут Анашкина Елена, я являюсь преподавателем нашей школы Skyeng в премиум-отделе. Я здесь уже более года, и вы знаете, прям вот очень нравится. Я совмещаю это со своей основной деятельностью, с работой в основной школе. И что мне нравится? Это не нужно никуда ездить, тратить время драгоценное, ну, деньги, может быть, какие-то. Команда наша специалистов, помощников, кураторов, IT-специалистов и так далее. То есть ты никогда не один. С тобой целая команда. И при любой возникшей проблеме, даже психологической проблеме, у нас всегда есть классные помощники. Всегда, можно сказать, практически в любой сфере. И, конечно же, график. График выбираем мы сами себе. Конечно, мы не можем выбрать один раз в неделю, да, но, тем не менее, мы можем это совмещать с основной деятельностью или выбрать вообще как основной вид. То есть, ну, в общем, очень классно. Еще очень такой огромный плюс для тех преподавателей, кто любит и хочет развиваться. Сдача международных экзаменов частично компенсируется школой. Я считаю, очень даже неплохо. И я бы даже, наверное, рекомендовала нашу школу каким-либо своим коллегам, друзьям. Даже уже рекомендовала. Но ребята пока боятся оставить насиженное место. Я считаю, бояться не нужно. Школа Skyeng наша является самой продвинутой, одной из самых, на мой взгляд, известной в России, в странах СНГ. Поэтому go ahead, как говорится. Да, преподаю я английский язык. Ну и самое классное для преподавателя, такого фаната, наверное, как я, это когда видишь результаты. Когда ученик сдает job interview, или там FC exam, или, ну, неважно, еще какие-то, да, экзамены, и высылает тебе радостный скрин победы. Это, конечно, самое классное, самое замечательное, я бы так сказала. Я и сама, когда сдавала экзамены, TKT, например, да, все три модуля я сдавала, и на различные уровни, да, то есть, ну, я была, конечно, в диком восторге, поэтому я их понимаю. Что, кстати, школа мне и компенсировала. Поэтому будем рады вас видеть.